Террорист Сейфуддин Ар-Риски, устроивший кровавую бойню на пляже в Тунисе до вербовки в ряды боевиков, был обычным студентом, увлекался футболом и танцами. В сети были обнаружены несколько роликов, на которых юноша танцует брейк-данс. Глядя на эти кадры, трудно поверить, что тот же самый человек впоследствии открыл огонь по беззащитным людям. В результате нападения на туристический пляж в городе Суз был убит по меньшей мере 41 человек. Риски уже задержан полицией, а его напарник был убит при попытке к бегству сразу после теракта. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».